Спорт, физическая культура на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе находится на очень высоком уровне. Причем, когда мы говорим о популярности активного отдыха, здорового образа жизни, мы ни в коем случае не имеем в виду исключительно состязания. Со стороны ведущих спортсменов предприятия, для них физкультура – это образ жизни. И даже когда соревновательный календарь берет паузу, наши герои ни дня не проводят без любимой тренировки – импровизированных турниров. Безусловно, спорт, конечно, остается неотъемлемой моей частью жизни, но, скорее всего, это тренировки, то есть не забывать своему организму давать нагрузку, чтобы чувствовать себя бодро и хорошо. Но, тем не менее, есть некоторые перерывы вот в спортивной части, именно соревновательной. То есть были некоторые травмы и вот определенный перерыв, отдых для того, чтобы перезагрузиться, понять, что можно делать дальше, где можно себя ограничить. Подчеркивая, что спортом, физической культурой Владимир Николаевич занимается в свободное от работы время, мы, во-первых, выразим уважение и целеустремленности старшего мастера участка эксплуатации трамвайного управления, а во-вторых, предположим, что летом Беляев все же принял участие в каком-нибудь представительном турнире. Летом принял участие в двух стартах. Это забег на Гаверлу, скоростное восхождение на высшую точку украинских Карпат, где удалось занять 4-е место. Ну и Бизон Рейс, который вот проходил 2-4 августа на базе горнолыжного комплекса Логойск. О других представителях Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которые принимали участие в значимых соревнованиях, мы поговорим в свое время. Сейчас же вопрос о спартакиаде предприятия, в которой позади остались 9 видов соревновательной программы, а впереди еще 6 турниров. Они и дадут ответ на вопрос о команде-победительнице и командах-призерах круглогодичного многоступенчатого турнира МНПЗ. Осталось не очень много видов спорта заводской спартакиады. И мы идем сейчас в лидерах на 2-м месте, проигрывая несколько очей 5-му цеху. Но, тем не менее, я считаю, что фаворитами нашей спартакиады являются ТКП, 5-й и НХП, так как впереди такие виды спорта, как бильярд, плавание, настольный теннис, полевая стрельба. Это, безусловно, их виды, и они не имеют права на ошибку. Что касается наших видов, то это, безусловно, беговые эстафеты и легкая атлетика, кросс. 1 километр. Мы будем там стараться показывать хороший результат, чтобы укрепиться на лидирующих позициях. А конец спартакиады, я думаю, что он будет интересен. 31 августа в Козинках на стадионе Полесья 10-й вид спартакиады коллектива физической культуры открытого акционерного общества Мозырский нефтеперерабатывающий завод «Легкоатлетический кросс». Мужчины преодолеют километровый отрезок, для женщин дистанция будет в 2 раза короче. Уже 10-12 сентября очередной вид – пулевая стрельба, а 15 сентября планируется провести легкоатлетическую эстафету.